вся вспышка, и нифига себе. Ведаль, ты готов? Сейчас я скажу на камеру пару слов. С вами программа «Выжить по-любому». Я Ветель. Мы сейчас будем спускаться. Фонарь не отбивайте в камеру. Мы сейчас спускаемся с Артемом в говно. Собачь. Отлично, материмся. Короче, мы сейчас будем спускаться в самую жопу всего. В жопу бомжа. Там бомжами у меня. Я не знаю вообще там. Я рассчитал, что там бомжами не будет висеть. Там такой сифон бомжанский. Надо сфоткать этот сифон бомжанский. Этот бункер будет теперь называться «Жопа бомжа». Что мой цифровик не включается. Я дурак, не той стороной его пишу. Там такой вообще запах. Ветер, как ты будешь с ним бороться? С запахом? Да. Я вспомню самый-самый худший запах и буду думать о нем. Вспомни, как ты нырял просто. Вдохнул, до той двери добежал с решеткой, там еще раз вдохнул. Главное туда дойти. Мне уже страшно, честно. Бери перчатки, нож взял, баллон взял, понеслась. Бомжи, а по запаху будет. Сейчас с ножом и с фонарем будет. Главное тут на нож свой. Давай только, Веталь, последние слова. Сабу метвага. Давай лезь, я прикрою пил. Ну, подавать сигналы, типа, кричать там всю эту херню. Что ты? Головой... Зря я полез. Виталь! Да, братан. Вот, смотрите, товарищи подписчики группы «Мамонты». Вы в последний раз видите главного мамонта. Я пошел. Короче, если что, бей в голову. Вперед! Все, я пошел туда, на следующую дырку. Давай. Пацаны! А? Вы где? Да нормально! Мы же нашли питателя! Говорим, что по легенде есть третий этаж. Ой, не третий, а этажи вниз. Давай пробуй ты. Сейчас попробуй. Может там ты бомжи, блядь. Да не с ним, дядя, а ну что, блядь, блядь, офисяди, короче. Рассказ. Там бомж спит какой-то. Да рассказ. Уже не спит. Да, уже не спит. Так пиши до него, там единый, куда пить, это туда бомжа. Сейчас туда, влево. Мы спускаемся, а вот там где труба как раз. Вы к трубе пойдете? Да. Да, пиши до бомжа, просто будем его двери открывать, его комнату. Можете камеру дать потом? Да не, подожди, я тут пофоткаю. А потом с камерой пройдешься, окей? Окей. Все, я иду к той дырке. Хорошо. Ох, уже эти сталкеры. Пацаны! Сейчас отсюда должен будет вылезти Ветель. Я стою один на каком-то непонятном бомж-бункере возле жопы бомжа и жду Ветеля. Пацаны! Хлопцы! Дядя! Шо вы там? Да, короче... Все. Печально. Два входа засыпаны. Ну давай, сюда. Дары расскажем, вылезай. Вылазь сюда, Ветель. Не, я тут лезть не буду. Да че? Да, там решетка запаяна. Мы типа сейчас камеру заберем. Окей. Вот он наш диггер сталкер руфер. На фирме. В каске Пэцель. Блин, тут еще Артем на фирме подползает. Что скажете по этому поводу? Мы здесь тебя вылезем? Нет, тут решетка. Я говорю, не вылезем. Ну и что, как там обстановка, Ветель? Два этажа засыпаны мусором. Ну, там типа дверей особо нет. Там есть два гермозатвора. Давай камеру. И куда они ведут? Давай, я надеюсь, я ничего не нажму. Ну чтоб типа было слышно, что ты говоришь, надо было снимать в открытую, понял? Угу. А то так будет плохо слышно. Угу. Давай ждать возле выхода? Угу. Окей. Капец. Офигеть, пойми, видно, не видно. Итак, тут еще и провода. Ну, видать, на медь, все дела.
этот, спаленное все ж, видите, грело. Угу. Тут получается, как, видимо, и шла проводка, как туда на те этажи, вот же стоит тоже трубы. Кстати, они проходили канализацию, вот это всякая неделя. Да, может быть, что начала проводка на нижний поверх? Ну да, так это ж типа колодцы, как в таракановом форте. Давай, сколько у вас тут живет взагалі? Трое? Итак, первая входная дверь должна быть на нижней этаже тут, под этим мусором, но ее, как видимо, тоже засыпано слоем. Может, это разгребать будет полжизненно. Вот и гермозатвор. И... перед ним можно попасть туда, на нижние этажи. Она широкая чи... Да ты ее не разобьешь. Ну, в смысле, ее долбить тоже полжизненно будет. Вот же кто-то пробовал, да. Бетон не разобьешь, я подхрену. Получается, по истории, это ж типа, тут должно быть руководство вокзала, правильно? На случай, типа, если война, вокзал, стратегический объект. Ну, я честно сказать, здесь понятно. Ну, сделано капитально. Да, ну, тут, конечно, тоже так нормально. Ну, там проходы какие-то, залазы. О! Ну, как куча мусора. Шахты подвой? Да. Офигеть. И там вот второй выход, который прямой. Отлично. Все, пошли, ждем. Спасибо, мужик. Давай, отдыхай. И по рассказам, подо мной сейчас должна быть находиться вторая дверь. Вот тут она еще больше засыпанная. Понимаешь, если так, таким слоем она мусором засыпана, то... Прикинь, там в натуре там ничего не изменилось. Далее. Там дело такого рода. Тут был пожар, могли просто заметать следы. И засыпали спецом. Тоже будет удрачь. Тоже вариант. Если был пожар, по-любому отсюда все повыносилось. А чтобы замести след, шел подпалить. И все. Да. Чтоб оно тут закоптилось, и там уже... А там уже найди отпечатки и все остальное. Понятно. Хорошо, ну все, давай тогда, спокойной ночи тебе. Да я, наверное, буду. Ага, ну давай. Так, Артем, держи телефон. Веталь. Что ты там наснимал? Рассказы там такое. Короче, без местного обязательного. Ух ты, вообще нормально заряженный этот закан. Да. Да, там уже какой-то, там трое живут. Что, в натуре? Полгода, да. В смысле полгода? Ну, на видосе посмотришь. Да ладно. Да серьезно, три мужика, я бачу, ну, які знамо ті, що ходили, бачу і жоки спить, ти бачу його? Я видел, там у них там какая-то примус или лампочка какая-то, типа, или свечка. Там чувак один спав з боку, я його не розбудила, і ще на роботу збирається. Що він нам розказав? Там був пожар, ми, типа, він показав, де должны были быть дві двері. В смысле, должны были быть? Ну, що там... Ну, тоже, типа, так верить, не верить. Так... Он, типа, при входе там сразу, вот там, как тупо спускаешься, ага. Там он что-то там ногой стучал, стучал, типа, вроде бы там... Пустоты? Короче, заваленный, да, пустоты, заваленный, типа, пол. Можно, конечно, прийти как-то днем, раскопать. Взять ломики, типа, там всякие, типа, ну, ломами, типа. Ну, там они по-любому должны быть. Может, ну, потому типа, что, да, там же комнат нету, правильно? Просто идеально сделан. Где? Вот там, вот, тут, вот прямой вход такой, туда, выход. Ага. И слева там такой, типа, заул... Справа заходишь, там гермозатвор такой жесткий нужен. Он закрытый? Ржавый, но... Нет, так он типа открывается. Там они там за гермозатвором жили. А-а-а. Дальше комнаты, комната большая. Угу. Там что-то горело. Там видно типа колодец засыпанный. Там где провода, короче. А-а-а. Нижние этажи. А, то есть тут нижние этажи, значит, все-таки есть. Есть. И справа типа котельня у них, по идее. Там типа, ну, говорит, печи на углях тут же, типа, по идее. Ну да, типа древний этот. Ну, типа... я прозребал бы второй вход, там, то есть, за гермозатвором. Мне кажется, больше всего, типа, смысл строить вход на нижний этаж,
Перед гермозатвором. Ну да, правильно. Это же... То есть сначала закрылись, а потом пустили. Да, да, да. Так иначе... что можно разгребать типа за гермозатвором. А что там, мусор типа какие-то доски, да, или, или какое-то говно? Говно, шам... доски. Бомжи с собой тащат. А, типа какие-то шмотки. Шмотки, там всякие ведра, веники, утюги, короче. Куча бутылок. Говнище, ну вообще типа не жалею. Не, ну да, там все... Ну местный мужик там... Прикольный какой-то. Там же все деревянное было за гермозатвором. Я даже ничего не сфоткал. Вова, с тебя видос, потому что я вот сходил своей камерой, свою я даже в принципе не доставал. Так что давай, Вова, видос. Я маме обещал. Я сейчас тут поеду, у меня крутые, у меня тут подошвы нету. Придется тебе... Мармоте, точнее. Мармот? Мармот. Мармот. А ну, подожди. Я, ну, короче, постираешь, я потом потрогаю. Ой, да ладно, как будто я уже с таких частот вылез. Люди там живут. Да, люди живут. Ну там же тепленько, правильно? Да, сравнительно на самом деле тепло. Убирайся, да, так. Если замкнуться, они, у них две двери, я Ермана максимум закрыл, потом вторую закрыл. Так она была закрыта, почему мы зашли? Он вышел, посмотрел на нас, я ее тоже посмотрел. Он такой, мужики, все нормально. Поговорили типа по понятиям, он такой сказал, что сейчас на работу идет. Там еще какой-то штрих под конец начал стонать с этой комнаты. Вау! Мы не придали этому значения. Нет, так тут наверху стонал. Можно начать. Это типа дезинфекция организма. Ага, конечно. Блин, обидно. Да ладно, ничего не будет, постираешь. Я уверен сам, что ничего не будет. Ну такой типа. Кстати, сплав. Я еду по-любому. Сплав должен быть опять. Я куплю себе, короче, неопреновые носки аж до. Аж сюда. Аж вот сюда. Да, аж до груди. Потому что я манал. У меня так ноги, как тогда еще ни разу не замерзали. Я вообще их не чувствую. Их как будто бы нету, понимаешь? Все закрывает, и я макой.